Венгерские власти вызвали посла Австрии в Министерство иностранных дел в связи с высказываниями канцлера Австрии Вернера Файмана, который ранее раскритиковал отношение Венгрии к решению проблемы миграции, сообщает сайт правительства Венгрии во вторник. В венгерском МИДе полагают, что Файман подверг критике действия властей соседней страны, не соблюдающих, по его мнению, правила Евросоюза, что привело в итоге к потоку мигрантов на территорию Австрии. В понедельник два поезда с 3650 мигрантами прибыли из Будапешта в Вену, причем часть беженцев была снята с маршрута по дороге австрийской полиции из соображений безопасности. Большая часть мигрантов продолжила путешествие в Германию. В заявлении приводятся слова главы министерства Петера Сиярто, который отметил, что можно было бы ожидать от лидера соседней страны заявления в свете фактов, относящихся к вопросу вместо ложных обвинений. По мнению главы МИДа, заявление канцлера тем более опасно, поскольку оно способно разжечь эмоции общества, и можно было легко увидеть, как в последние несколько дней неправильно истолкованные и безответственные заявления могут спровоцировать агрессию и создать опасные ситуации в Венгрии. Министр отметил, что заявление канцлера Австрии о том, что Венгрия позволяет мигрантам путешествовать через ее территорию, не соответствует действительности, равно как и утверждение, что Венгрия не делает ничего, чтобы разрешить ситуацию с мигрантами. По мнению Сиярто, Венгрия подвергается критике в ЕС по той причине, что мы одни из немногих, кто на самом деле предпринимает подлинные меры, чтобы защитить страну и Европу. Министр Сиярто напомнил, что Венгрия запрашивала позиции Германии и Европейской комиссии несколько дней назад по поводу того, какому протоколу Венгрия должна следовать в нынешней ситуации, и оба собеседника страны подтвердили в своих ответах, что естественно, наш долг заключается в соблюдении закона ЕС. Это то, что мы делаем, и будем продолжать делать в будущем, и отвергать все заявления, которые основаны на лжи и способны спровоцировать гнев и агрессивные ситуации, сказал Сиярто.